На этих кадрах видно, как женщина сбрасывает во враг пакет, наполненный чем-то напоминающим бытовые отходы. Это место на Детской много лет используют недобросовестные граждане в качестве свалки. И хоть здесь регулярно проводятся субботники силами неравнодушных жителей, свалка продолжает существовать. Борются с подобными нарушениями представители Общественной палаты, Госавтотехнадзора и полиции в рамках программы «Чистое Подмосковье». В минувшую пятницу в антимусорном рейде принял участие депутат Московской областной думы Сергей Кирсилян. Как отмечают в Общественной палате, сбрасывать отходы в несанкционированных местах стали меньше. Однако рейды будут продолжаться. Стоит отметить, что штраф за сброс мусора в несанкционированных местах составляет 5000 рублей. А сообщать о несанкционированной свалке или выбросе мусора можно на портале «Добродел». Также ивантеевцы могут рассказать об этом в социальных сетях посредством специального хэштега «Свинья», которым нужно подписывать фото и видео с фактом нарушения закона.